Дорогие земляки, мне выпала большая честь поздравить Русфонд с днем рождения. Октябрь ⁇ это время рождения нашей очень важной организации Российского фонда помощи нашим детишкам, которые страдают очень непростыми, тяжелыми заболеваниями. Их может быть немного. Они часто не значатся в каких-то э, важных документах. Э, некоторые из них называются орфанами, некоторые нет. И вот есть такая организация. Который им помогает. Я сегодня это говорю с большой ответственностью, потому что я знаю, что делает Русфонд. Я э, знаю, что только в Свердловской области буквально за полтора года осуществили программу и обеспечили всех деток на искусственной вентиляции легких, находящихся с современными аппаратами. ИВЛ. Мы сейчас очень интересным проектом заняты помогаем детям с гиперинсулинизацией. Все знают, что есть деточки, страдающие диабетом, и государство с ними работает. А вот таких детей не так много, но они есть. И это тоже очень важно оказать им помощь, потому что у них наоборот нет сахара в крови, и это значит, что интеллект будет плохо развиваться и так далее. Я очень надеюсь, что у нас появится в области реестр доноров костного мозга. Я бы искренне поблагодарила Льва Сергеевича Абдингера, руководителя федерального фонда, за внимание, которое он проявляет к Свердловской области. Я, Лев Сергеевич, очень рада, что мне выпала честь работать с вами и в Совете по правам человека, и мы общаемся часто и в других местах. Я очень рада, что нашу Свердловскую организацию возглавляет Наталья Ковпак. Наталья – человек искренний, любящий детей, красивый добрый. И это тоже помогает ей, с одной стороны, всегда идти вперед и знать, что детям надо помогать, а с другой стороны, она сможет уговорить тех, кто должен помогать, кто может помогать, кто хочет помогать. Я призываю всех нас знать о том, что в области есть несколько организаций, которые занимаются помощью деткам. Среди них Русфонд, Свердловское отделение Федерального фонда организация очень важная. Мне так хочется, чтобы каждый из нас захотел помочь увидеть улыбку ребенка, который не просто выжил в этой ситуации, который будет жить.